Итак, товарищ, у тебя не запускается колда на эмуляторе? Ты пришел по адресу. Не забудь подписаться. Поехали. Итак, начнем. Первое. Естественно, мы попробуем запустить ее на BlueStacks. Вот наш BlueStacks. Вот она колда. Пытаемся ее открыть. Вроде как запускается. Но нет, скидывается. У этой игры секрет состоит в том, что у этой игры есть официальный поддерживаемый эмулятор. Все остальные эмуляторы на данный момент не работают. Был проверен Nox, был проверен BlueStacks, был проверен LD Player. Каждый раз качал, поэтому гигабайт, на самом деле, ради вас, ребят, ничего не жалко. В общем, все перекачал, и в итоге работает только на Tencent. Tencent выкупили, теперь он называется не Tencent Game Buddy, что-то там. Он теперь у нас Game Loop называется. Спасибо за подписку, Иван Никулин. И вы, ребят, то же самое не забудьте сделать, пожалуйста. Тики для вас строится. Итак, вот у нас запускается Game Loop через именно через этот эмулятор она только и запускается. Так, вот она наша колда. Пошел запуск колды. Все тот же экран, вроде все так же, как на том, да? Правильно? Но нет. Смотрим и офигеваем. Потихонечку. Вот она пошла загрузка. Единственное, что могу предупредить, не сразу заходит, не сразу дает создать ник. У меня это получилось где-то на второй-третий раз. Первый раз она вообще не хотела соединяться, второй раз она сбрасывалась. Писала, что такой ник занят или он там некорректный. В итоге она запустилась. Да, игра бывает подлагивает, бывает тормозит, бывает вылетает, бывает на черном экране стопорится, но просто перезапуск опять же эмулятора и все у вас вот так вот. Соответственно, ребят, кто смотрит сейчас видосик, не забудьте подписаться на этот канал, поставить лайк, колокольчики, надеюсь, что я вам помог. Вот, все, игра запустилась, дальше входите через Facebook, у меня тут автовход. И, в принципе, если интернет сейчас лагать не будет, все будет окей. Ну, или игра лагает. Я не знаю, что игра лагает. Либо интернет, либо игра. То, что очень долго входит. Ну и, собственно, вот он вход стандартный. Ну, долго, согласен, наверное, минуту или сколько там входит. Ну, долговатенько. Но в итоге она заходит. Вот мне за второй день явки дали новый ствол. Не знаю, зачем здесь донатить. Здесь все стволы парсятся просто с захождением в игру. Завтра он мне еще какой-то красный дадут. Это, видимо, скин, я думаю. Но многие купили. Многие вот в зеленке бегают, камуфляж, это все они купили. В общем, все, ребят. Пока-пока.